В Ульяновской области прошла акция «Это я и я буду», посвященная профилактике онкологии. В нее ваши лекции и семинары для врачей по ранней диагностике рака, дни открытых дверей в лечебных учреждениях, а также площадки здоровья в торговых центрах. Завершающая площадка развернулась в торговом центре «Пушкаревское кольцо». Подобные площадки здоровья, которые проводятся вне стен лечебного учреждения, призваны обратить внимание населения к собственному здоровью, к проведению профилактических мероприятий. Ведь чем раньше мы выявим заболевание онкологическое, тем больше шансов вылечить это заболевание и продолжать нормальную жизнь. Подобные акции востребованы у горожан. Многие из тех, кому далеко до поликлиники, кто не хочет сидеть в очередях, так или иначе оказывается в торговых центрах. Возможность пройти экспресс-обследование, не отвлекаясь от основных дел, для многих приятный сюрприз. Узнала, что у меня глазное давление в норме, это меня порадовало. Потом узнала, что у меня есть проблемы, они так и показали, что есть давление, у меня нормальное, так что я очень рада, что попала сюда, очень довольна, я бы хотела, чтобы такие мероприятия были почаще. Быстро пройти, посмотреть давление, очень великолепно, центр «Социальный наше будущее» присоединился к этой акции. Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями остается одной из важнейших для практического здравоохранения. Смертность от рака – вторая по частоте причина смерти в России, а также основной фактор летальности во всем мире. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.